Привет всем любителям грязи и бездорожья. Сегодня у нас очень хорошая такая обновка, можно так сказать, в игре Dirt Rally. Теперь можно гонять не только в ралли-кроссе, но и на трассах разных спецучастков, там Швеции, Ямси и так далее. То есть очень круто. То есть и гоняем с призраками реальных участников, так как и в ралли-кроссе. То есть очень эффектно все выглядит, поэтому я думаю, не за горами ралли-кросс будет более популярным и будет больше людей играть именно в мультиплеере, а не в карьере. В принципе, ждем, что будет дальше, но мне в принципе понравилось. Не знаю, сейчас вот жду. Проехал гонку, разбился здесь тут на повороте, на резком в Швеции. Зимняя трасса. Вот, не знаю, что-то оно то ли подвисло, то ли там другие люди еще проезжают ее. Ну, короче, ждем. Не знаю, что будет, но подождем давайте немного. Вот видите, у меня здесь, вот я под номером 3, Кредо. Ехал на Subaru VRX STI, но смотрю, здесь участники есть и на Subaru Impreza 95 года, и на Hyundai Rally, и на Ford Fiesta, DS3, на Пыжике. Ну, как видите, вот сейчас вот на данный момент в гонке. Плохо, что когда ты завершаешь гонку или, допустим, разбиваешься, да, в ралли-кроссе можно было наблюдать за участниками, там переключаться между участниками и так далее. Было прикольно. Здесь почему-то нет, но я думаю, было бы классно. Вот. Ну, смотрю, вот отключен один, да. Ну, круто, мне понравилось. Больше экстрима, во всяком случае. Очень интересно. Да. Ну, с одной стороны, это даже и плюс, потому что в ралли-кроссе коротенькие трассы. А вот, а здесь, ну, как бы и выносливость нужна, да, и аккуратность, и внимательность. То есть нужно учитывать при езде там, потому что, ну, как бы есть и резкие повороты, и в то же время нужно знать еще саму трассу. Где повернуть, то есть здесь уже нету у нас штурмана, то есть мы едем, ну так сказать, куда глаза глядят, да. Ну вот смотрю, вот вышел, вот Супер Ралли Кросса, ну смотрим, что тут у нас выходит такое интересное. Вот видите, финиш третьим, заработал я 0. Так, что тут у нас дальше? Так, ага, готовится. Ну, давайте еще раз приготовимся, посмотрим, что оно вообще из себя будет представлять. Вот Вермланд Швеция, видите? Так. Выбираем. Ну, сейчас увидите, как это все происходит. Сейчас только начнется гонка. Ну, гонки длинные, да? Вот, видим, здесь вот длина трассы у нас 12 100 метров, снег 58%, плотный снег 42%. Так, можно сменить автомобиль, ну давайте сменим, у нас тут есть, давайте на пыжике нашим русским поедем. Да, и с одной стороны это даже круто, то есть нужно будет готовить пресеты под определенные гонки, да, под определенные автомобили, поэтому это тоже нужно будет учитывать. Вот. Джавгар, Лянча Дельта, Subaru, Subaru VRX, Peugeot 208. Это в прокат. Ну. Ага, других нету. Только такие тачки. Да, как же они выбрали те тачки, которые нету здесь. Вот Лянча Дельта ХФ Интеграль.
Просто интересно, я ее просто здесь не вижу. Где мне ее родили, я не знаю. Так, ну хорошо, будем разбираться. Так, опять надо приготовиться. Ага, вот видите, вот Уис Уэльс сейчас будет. Ну я смотрю, скрин такой, то есть я такой скрин еще не видел. То есть это уже какие-то новые скрины, возможно, новые трассы какие-то. Ну сейчас посмотрим, сейчас начнем ехать, посмотрим, что к чему. Так, ждем, начала гонки через 18 секунд. И сейчас увидите, как это все происходит. Ну, мне самому даже интересно. Так, вот. Вот сначала 5700. Да нет, трассы, в принципе, те же, я так понял. Какое-то утро пасмурно. Так, ну что, поехали. Ребята, меня кто-нибудь слышит? Видимо, нет. Ну, что-то звука нету. Непонятно почему. Yeah.
событиям. Ну, те, кто в ралли-кроссе уже, я так думал, думаю, уже догадались, что к чему. То есть, как это все будет происходить. Ладненько, все. Давайте. Подписывайтесь, ставьте лайки.